Шадринской детской музыкальной школе исполнилось 75 лет. Круглую дату отмечали большой концертной программой. Коллектив школы поздравили глава города Людмила Новикова и начальник управления культуры Курганской области Владимир Бабин. Музыкальная школа – это неотъемлемая часть вообще славной истории нашего города. И хранятся здесь очень сильно традиции педагогов-ветеранов. И сегодня педагогический коллектив, стабильный, крепкий, талантливый, продолжает концертно-просветительскую деятельность, творческую работу тем, кто начинал свой труд в нашей Шадринской детской музыкальной школе. 75 лет, много это или мало, мне кажется, для современной истории это достаточно много. Тем более, когда школа всегда на самых высоких местах, на самых передовых рубежах, и когда со школы берут пример. Я бы сказал так, что как выглядит школа, какие педагоги работают, как создан процесс, мне кажется, вообще лучшая школа в Курганской области. К юбилею музыкальная школа получила денежные сертификаты от Управления культуры и администрации города. Благодарственные письма вручили преподавателям. Многие из них – это выпускники школы, для которых музыка стала не просто увлечением, а профессией. Преподаватель фортепиано Марина Валентиновна Козлачкова, выпускница 1979 года, в школе начала работать еще в 1983. Это большая радость. Большая гордость то, что школа за эти 75 лет выросла во всех смыслах, во всех отношениях, в профессиональном, в эстетическом, я думаю, что и во всех остальных планах. Свои таланты на сцене Дворца культуры продемонстрировали учащиеся и выпускники отделений школы – хорового, оркестрового, фортепианного, народного, эстетического и хореографического. Сегодня в стенах школы занимаются около 400 юных шадринцев. Ежегодно музыканты участвуют в региональных, всероссийских и международных конкурсах, откуда возвращаются с победами. Приятно то, что практически на всех конкурсах дети возвращались с лауреатами. Первой, второй, третьей степени – это, конечно, большие, значимые результаты. Лучшая оценка труда коллектива школы – признание на федеральном уровне. В 2017 году Шадринская детская музыкальная вошла в число 50 лучших детских школ искусств страны, а спустя год – в сотню лучших учреждений дополнительного образования. Сегодня перед школой стоят новые задачи – не только быть культурным центром города, музыкально и творчески воспитывать детей, но и заниматься предпрофессиональной работой, готовить к поступлению учащихся, которые навсегда решили связать свою жизнь с музыкой.